Доброго времени суток. После того, как вы проверили свой компьютер на вирусы, а компьютер надо почистить. Как это сделать? Нажимаем вот на эту кнопочку. И сюда вот вводим. Так, давайте переводим на английский. И вводим мы сюда вот такое значение. Ввели. Нажимаю на эту папочку. Открывается эта папочка. Выделяем все, что нам здесь есть. И без страха удаляем. Да. Все. Вот это три осталось. Может остаться здесь больше, может меньше остаться. Но обычно где-то штуки 3-4 остаются. Все. Мы почистили компьютер. Закрываем. У меня мало, потому что недавно был. Я чистил. Теперь в следующем уроке я вам покажу, как устанавливать вот эту утилиту и как ей работать. Это тоже надо тоже чистить компьютер. Это я вам предлагаю те инструменты, которым я уже не год работал. Итак, до следующих встреч. Всего хорошего.